Сегодня мы всех причастных поздравляем. Ну, счастья, здоровья вам пожелаем. Пожелают в воскресенье. Мы же хотим сегодня как-то музыкально начать этот день, чтобы ощущение праздника, да, конечно, вот оно еще больше сейчас заиграло. Поэтому прямо сейчас на сцене телевизионной программы «Утро» с вами представители Института повышения квалификации сотрудников МВД России, лейтенант полиции Дмитрий Семчишин и старший сержант полиции Елена Нагорнова, ну или как мы их любя называем, инструментальный дуэт «Палисад».